4 августа этого года государственный номерной регистрационный знак на транспортное средство можно будет получить только в регионе своего проживания. Хорошо это или плохо, спросим у ульяновцев. Мне все равно, честно говоря. Номерные знаки в регионе проживания? Да. Ну а почему нет? Раньше же тоже так было. Ну с 13-го года... Ну я не вижу в этом проблемы особой для себя лично. Ну, наверное, это как-то будет влиять на куплю-продажу, возможно, помогать документы оформлять именно по купле-продаже, видимо, это на это основано. Да мне кажется, ни на что не повлияет. По мне, никаких проблем по мне. Да, конечно, плохо. Почему? Ну, я могу быть прописан здесь, работать в Москве, машина у меня там. Ну и что я должен... Нужно перерегистрировать или что-то, возвращаться сюда, когда я мог бы все это сделать там, никуда не ездя. Ну, трудности создавать у нас, в общем-то, это мастера. Положительно. Хорошо это, а почему это хорошо? Удобно, близко и без проблем. А вот если так бывают такие ситуации, что вы работаете в Москве, допустим, и машина у вас там, но вот любой ехать придется домой. Да можно заранее сделать. Заблаговременно. Ясно. То есть ну вот. Как удобно, так и делают. Ясно. А выход со мной лучший. И удобно. Ну, так-то разницы нет, но в принципе, если человек находится вот, ну, то есть не по месту прописки, а проживает где-то в другом месте, ему же неудобно будет кататься каждый раз. Поэтому вот, скорее всего, лучше, чтобы можно было в любом регионе регистрироваться. Сложнее. Почему? Ну, удобнее. Купил машину, да поехал. Никаких. И так мороки лишние в ГАИ-то. И не запишешься, ничего. Так я считаю, что сложнее будет. Не знаю пока. У меня вот самого лично машина и это. Другими этими регионами номерами. Ну, а так пока. До августа там подумать еще можно. Наверное, не очень хорошо. Почему? Ну, потому что, где бы я ни была, я могу, хочу в этом месте сделать это все, зарегистрировать. Да кажется хорошо. Зато ездят одни свои, считай, получается. Будем знать чужие какие, которые свои. Ну, я считаю, на самом деле, без разницы, в каком регионе там зарегистрирован автомобиль. Мне кажется, это вообще не проблема. То есть, если нужно водителя или автомобиль найти, то... При помощи интернета и сайта ГИБДД это легко можно сделать. Я думаю, это не проблема.